В Луганский из-за нехватки кадров на завод берут работать школьников АВА. В Луганский из-за нехватки кадров на завод берут работать школьников. Всех остальных оккупанты уже успели мобилизировать. Об этом сообщает новости Украина со ссылкой на телеграм, канал главы Луганской АВА Артема Лысогора. Луганский тепловозастроительный завод из-за кадрового голода вынужден брать на работу подростков от 14 до 18 лет. Они не имеют аттестата о получении, среднего или среднего специального образования, некоторые только перевелись в 9 класс, ас, рассказал он. Как отмечает глава АВА, из-за мобилизации многих работников, предприятие вынуждено было обратиться в центр занятости, но и там желающих работать на предприятии оказалось немного, только школьники. Ситуация в Луганской области. Российские войска, несмотря на планы, выйти на границу Донецкой и Луганской области, не могут полностью захватить Луганскую область. При этом в оккупированных населенных пунктах в Луганской области захватчики активно мобилизовывают мужчин, вывозят предприятия, занимаясь репрессиями неугодных. Кроме того, оккупанты обустраивают инфраструктуру региона под свои военные нужды. Например, недавно россияне обустроили новый полигон во временно оккупированной Луганской области. Эта территория используется для учений.